Привет всем! Сегодня я хочу вам показать вариант очень вкусного крабового салата. Он делается слоями. Этот рецепт я переняла у своей любимой свекрови. И этот салат практически на каждом празднике у нас на столе. Все его очень любят. Он очень воздушный, нежный, просто тает во рту. Советую всем попробовать. Итак, приступим. Для приготовления мне понадобится 4 картофеля. Картофель я уже отварила. 5 яиц. Яйца я тоже уже отварила. 400 грамм крабовых палочек. Соль, перец, масло подсолнечное и майонез. Приступим к приготовлению. Сейчас я взяла уже блюдо, на котором у меня будет салат. И сразу в это блюдо я начну крошить картофель. Картофель я буду крошить на мелкую терочку. И так я проделаю со всей картошкой. Картофель я разравниваю вилочкой. Картошку я посолю. Сильно не солите, чтобы не пересолить, потому что в салате крабовые палочки, они тоже дают соленый вкус. То есть присолить и достаточно. Поперчить. Подсолнечное маслечко и немножко маленькой струечкой добавляем немножечко совсем подсолнечного маслечка. Майонез. И смазываю картофель майонезом. Салатик я отставляю в сторону и сейчас займусь крабовыми палочками. Крабовые палочки я нарежу солонкой. Смазываю майонезом. Очень удобно ложкой. Она скользит, не задевает ни палочки, ни картофель, когда смазываю. Очень удобно делать это столовой ложкой. Отставляю в сторону и сейчас я займусь яичками. 4 желтка я сразу отложу на верхушку. Все остальные яички я сейчас натру на мелкую терочку. Яички я высыпаю на крабовые палочки. Все разравниваю. Салат я смазываю майонезом. Это уже наш последний слой майонеза. Такой воздушный получается. И завершающий этап. Я натираю желток. Распределяю по всей поверхности салатика. Салатик у нас получается желтенький, как солнышко. С помощью салфетки вытираем края блюда, чтобы все было красиво. Мой крабовый салат готов.
Приятного аппетита! And every secret you ever guarded with your life, the stars will keep it. If all the photons should arrive.